Надо ей новое письмо сделать. Ну ладно. Так, чуть-чуть. Так, здесь. Ой, это не та бумажка, это бумажка, которая мне она прислала. А, где? А, вот. На это пошлю. Так, ладно. Пинки. Что? Что? Чу. Что? Сразу пишется глупая пони? А, магия? Ладно. Пинки. Да тьфу. Когда я пишу что-то доброе, то злое что-то. А может что-то надо... Так. Глупая пони. О, там написано земная Пинки. Так, ладно. Пинки. Я хочу... Это Кризалис. Мне прислала письмо... которое было от тебя, ну ты не написала. Так что, извини, я не хотела. Да, ты злишься на меня, да, ты меня не простишь, ну, пожалуйста, извини. Потому что это Кризалис. Кризалис сделал фальшивое письмо, а я подумала, что это твой почерк, потому что это был похож на твой почерк. Извини, прости, если ты не хочешь, если ты меня не простишь, я сама, я понимаю, я сама себя бы не простила бы. Так что, если ты скажешь, я не прощу тебя или нет, то я пойму, я сама бы себя не просила бы за это. Все, и отправить в волшебный сундук. О, сделаю копию. Вдруг Кризалис придет. Поэтому я там написала... Д, чтобы никто не подозревал. Но Пинки понимает, это что это Д. А Пинки поймет, что это я написала. Вот. Хотя она не поймет. Ну ладно. Пинки, конечно, не поймет. Подумает, что кто-то из ее поклонников. Подумает, что это не я. Но все-таки, кажется, подумает, что это я. Потому что я там... Стоп, но я там не написала Р. А Р это значит мое имя. А я там написала... Это... Д. Что теперь делать? Она не узнает и... Ну ладно.
Вот, кстати, копия. Вот копия. Она подумает, то что... Ну, все. Ну, ладно. Все, она ушла. Надо взять ее письмо. О, все. Все. И написать ответ. А давай, Марианна, она подумала, что это письмо какой-то ее поклонник это сделал. Пинки не знает, что это Рамбо прислала. И Пинки прислала потом письмо, а Рамбо подумала, что это не Пинки прислала. Давай. Ну, ладно. Все, надо отправлять в Россию сундук. Все, я его отправила. Кто-то получит и доставит. Видите, пусто. Вот и все. Но у них другой сундук, так что они получат в сундуке это письмо. Так что... Вот так. Кстати, если что, это не новая Бонни. Это та Бонни, которая... Вот. Ладно. Она почтальон. Ну, все. Следующая серия. О, наверное, сундук заполнился. Так. Стоп, кто-то мне звонит. А, вот мой телефон. Алло. Незнакомый номер. Алло. Если что, Марианна, ты не говори, но это не было Пинки. Только это не было Пинки. Алло. Я даже не знаю, что сказать. Тьфу, он так кричал. Ну ладно, что там в письме? Ну ладно. Что? Нету! Ой, наверное, уже кто-то получил. О, нет. Вот что будет в прошлой серии. Продолжение следует.